Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Конец октября. Я приехал в лес подышать воздухом. Ну, мне просто интересно, какие грибочки у нас сейчас есть. Сейчас буду ходить, которые будут встречаться, и все буду вам показывать. Вот такие вот интересные грибочки. Вот грусть. Не верите? А вот сейчас мы вот отсюда снимем. Ну, видно, что старенький уже. Вот так вот. Походим, сейчас посмотрим. Мне интересно самому. Ну, вот же, друзья мои. Конец октября. А в лесу еще грибочки. Интересно. Вот такие грузди. Конец октября. Они еще есть. Такие грибочки у нас подмороженные. Такие вот грибочки растут. Ну, я точно не знаю, но думаю, это, наверное, рядовочки. Интересненькие. Ну, пусть растут, хоть я не буду. Мне просто интересно вам показать. Конец октября. Ура! Грибочки все еще есть. Грибочек такой, так вроде опенок, но это не опенок, но тем не менее грибочек. Не побоялся ни мороза, ничего, растет. Вот они опять мне встретились. Ну, будем думать, что это рядовочки. Если это не рядовочки, то те, кто понимает в грибах, скажите мне, напишите в комментариях. Вот он и что такое растет вот. Вот он. Я вам покажу. Вот такая ножка у него. Вот. Ну, интересно. Интересно. Так они растут. На это вот поздние дождевики. Дедушкин табак мы их называем в это время. Вот такие грибочки. Ой, тишина в лесу. Такая красота. Природа засыпает. Готовится к снегу. Посмотрите-ка. Сыроежечка. Осенний гриб. Какой ветер поднимается. Осенние грибы. Смотрите, какая травка. Такая. Красивенькая. Ну, это не травка, это как-то она по-другому называется. Но вот такая вот она. Заросли. Какой аватарий. Вот такой грибочек нашел. Чё? О, это грусть. Старенький уже. Ну что же, сезон закончился. Так вот у нас лес такой. Красота. Тишина. В этом году много грибов было, конечно.
Год урожайный на грибы был. Всяких много. Насобирали, замариновали, насушили. Хороший сезон грибной. Посмотрите, какие краски. Какой мох. Чудесно. Природа художница радует нас. Вот спрятался. Видите? Замаскировался. Грусть. О, какой был. Точнее, есть. Шикарный. Но, увы, время для него прошло. О, большой. Вот еще один. Спрятался. Замаскировался. Открытненький. Можно бы и сорвать, но нужды нету. Такое все мы уже наготовили. Пускай живет, сколько ему суждено. Это что встретил? Миленький такой грибочек. Ну, их летом встречал, они ярко-красные. А что, даже не знаю, что за грибок. Ну, он тоже ядовитый. Красненький уж больно. Сойка. Пересмешница. Какая красотка. Ну надо же. Вот это супер. Красоточка. Давай ближе. Ну модель. Ну модель. Натуральная модель. Ну, поглядывай. Опа. Все. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной, погуляли. Показал я вам грузди осенние, вроде как рядовочки. Посмотрели мы модель, красотку, сойку-пересмешницу. Редко так ее снимешь, конечно. Удачно. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.